Когда придут, то там песочки цветут. Ну, для детей, для малышей. А таким вот детям вот именно заниматься некуда. Что я предлагаю? У нас там вот этот интернат и 10-этажка. Знаете этот район, да? Этот район знаете, да? Там очень большой пустырь. У меня такое предложение сделать там типа спортивной площадки. Почему? Потому что там этот пустырь заставлен машинами и выгул собак. А детям гулять нет. Они вот было и все время лет, а в этом году особенно было очень много детей здесь. И вот они болтались, эти вот дети. А я вот очень переживаю за детей. Вот такой человек я неравнодушный. Еще что? И вот этот вот пустырь, когда будет облагораживаться, там стоят тополя. Я писала письмо в администрацию. Сделал такой вот против деревьев. Мне, дали они отрицательный ответ. Там вот эти вот тополи уже нигде в городе нет. А тополя – это тополиный пух, как вы объясните. Сейчас очень много детей аллергетиков. И вот этот вот тополиный пух, он пошел вот эту улицу с Крестовой. Пожалуйста, очень прошу, обратите внимание. И облагородите как-то вот этот вот пустырь, вот эти детские площадки. Место же есть. Но просто надо будет сделать, чтобы из окна смотреть, что там дети бегают, а не собаки бегают. Который, в принципе, уже был так, спасибо вашей руки Карны, я очень активно занимаюсь вопросами в Печерской роще. И когда там был ледовый каток, сейчас кто-то рассматривает вопрос о выделении другой территории под организацию России воздуха, то есть, например, там у нас лыжи были, и была деревянная горка, и все эти ходили. Да, вот это поле, которое вы говорите, мы рассматриваем тоже эту территорию под организацию какого-то либо отдыха. Значит, по спортивной площадке мы тогда сейчас запишем, включим вашу территорию в список. Да, возможных установки по территории, то есть перейти там спортивное оборудование. Это получается зеленый проект, какой у нас там дом 40? 45. Зеленый, зеленый. Да, я понимаю, да. Вот. И со своей стороны, возможно, потому что беру, и мы сами, я у самой двух детей, и прям прекрасно понимаю, что особо, да, надо браться, в принципе, и заводил, что уже начала от того, что я пришла со своими детьми, и думаю, а чем заняться? Да, поэтому... Вы знаете, там хотели сделать каток, но привезли этого как рождения, привезли, но там я начался колодца и не мог это брать в воду. Его же надо заливать, и поэтому вывезли вот это все вот оборудование, и очень как бросили,